Видеообзор новой модели весна-лето Крис Лайн Фелисия. Сейчас в видеообзоре размер 75i. Начну с боковой части. Боковая часть на косточках, 75 объем, в принципе, соответствует своему объему. Большой размер i, 3 ряда крючков. Естественно, 75i, широкая плотная бретель, дополнена декоративным кружевом, которое служит не только декором, но и также уплотняет ваши бретели и предотвращает растягивание и натирание. Цвет фуксия очень красивый, такой яркий оттенок лета. Чашка выполнена Т-образным швом. Такая лекала дает нам правильно округлую форму бюстгальтера. Выполнена из шифона. Сверху он декорирован вышивкой. Внутри тонкий прозрачная сеточка, однотонная. Как и весь шифон в крис-лайне и кружево, достаточно прочная, не растягивается, не проседает под большими размерами. И форма груди в таком бюстгальтере всегда очень красивая, такой круглой правильной формы. Крис Лайн вообще специализируется на выпуске в основном для женщин, у кого большие нестандартные размеры, и в таком белье присутствует такая надежность конструкции, обеспечивающая полностью комфорт и красоту в вашем образе. Так выглядит, в принципе, вживую модель. В этой коллекции комплектация к бюстгальтеру три вида трусов: стринги, слипы и миди. Сейчас видеопрезентация будет. Выполнены они из гладкой микрофибры. Спереди и сзади. Так, давайте посмотрим. Фелисия XL-ка. Это миди, это не классические слипы, это модель миди, размер XL-ка. Широкий бачок, достаточно вместительный. Очень приятная на ощупь, гладкая шелковистая микрофибра.